Итак, всем привет, с вами Доскос, я рад приветствовать вас в новом русском цикле, посвященном прохождению игры под названием Medal of Honor Warfighter. В общем-то, я так понимаю, что это сюжетное продолжение Medal of Honor 2010 года, а может быть и нет, давайте посмотрим. Ну, погнали. Я не играл, поэтому ничего не знаю. Так, начать новую кампанию. Окей, нормально, окей. Посмотрим, что из себя представляет данный выпуск медальки за отважку. Серьезно, да? Вы про вооруженные силы Польши пишете? Шикарно. Ну, естественно, все эти пафосные... Весь этот пафосный пафос в цитатках. Естественно, 8 недель назад. Сколько можно? Отряд Мако, Притчер, Карачи, Пакистан. Ну, Притчер у нас уже был. Прайс. Прайс всплыл после того, как утонул в первый Call of Duty, судя по всему. Да, чуваки, какой это Притчер? Это Прайс. Даже название похоже. Ну, кликухи. Позывные, окей. А это, судя по всему, мексиканский сын. Да. Меня прикалывало то, что... Он показал за автоматом жест, а этот как-то второй увидел. Как он увидел, непонятно. Совершенно непонятно. Мы на берегу, направляемся к цели. Ждем вас в точке эвакуации. Только что видели цель, движется к вам. Все просто. Входим и выходим. Никто не узнает, что мы там были. Входит и выходит. Замечательно выходит. Постой. Какой большой этот худ. Какие большие субтитры. Своих нет. Прям непривычно. Вот наш грузовик. Не стреляй в охранника, иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою сзади. Сейчас посмотрим, что круче. Батла четвертая или это? Ну, потому что с батлой четвертой в синглплеере может соревноваться любое дерьмище. Поэтому... Вполне есть шансы получить более высокую оценку. Я даже уверен, что это получит более высокую оценку. Потому что батла 4 в синглплеере — это полный бред. А теперь можно? Он как был близко, так и остался. Какого хрена? Ну, какого хрена? Ловить! Веселье? Какого хрена? Идем! Берем! Понятия не имею, буду! Оставайтесь на связи! Фу. Что за хрень? Мы просто сумели подорвать с одного грузовика целый корабль. Я думаю, что это успех. Отлично, господи, сколько можно кранов-то на голову ловить? О, здорово, не мешайся. Горишь, так сдохни. Может, в другую сторону надо было... Наверх, Притчер! Это единственный путь! В другую сторону надо было... Что, частный вертолет сжечь? В воде! Вертушка! Укрытие! Понятно. Так, успокой... Это противник, что ли? Господи! Да я сейчас помру! Я? Я-то здесь при чем? У меня что, гранатомет есть? А, так господи, здесь смау валяется почему-то. Откуда здесь смау? Ребят.
Отлично. Смал прям как из этого. Хорошо стреляешь, Притчер. Хорошо поработал. Из батлы. Хорошо поработал, по-моему, меня только что разнесло на куски. Это тактически неверно, не оглядываться. Electronic Arts представляет. Бородатый мужик. Игра Danger Close. Лодочка. Еще больше кранов. А какая игра, не написали, молодцы. А, ну написали, спустя полчаса. Я уже забыл. Я знаю, как все будет. Ты дашь миллион обещаний. Мы будем строить планы, а потом... Потом ты начнешь уходить в другую комнату, поговорить по телефону, а потом пропадешь. А потом тебя задает кран. Лена. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа, еще вопросы. Извини. Извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. К чему это вообще было сказано? Я не хочу воевать. Как будто тебя жена на войну посылает. Посыпались контейнеры, и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это датчик взорвавшихся пуканов, что ли? Разозлили. Ну а как еще понять? Это не плоским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. А вот сейчас, судя по всему, мы будем... там, на титрах показывали же. Точнее, ну, перед титрами или после титров. Когда двое сидят. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى Ты что такой злой? Где твоя борода? Без бороды как-то несерьезно выглядишь со всеми этими взываниями к борьбе с неверными. Ну как чувак без бороды может говорить про джихад? Я могу стрельнуть по этой бочке. В идти. Вовремя сказали. Как бы я первую миссию бы прошел, не зная, что в идти. Ну охренительно. Охренительно. Вовремя, блин, обучение-то, а? Ага. Ну и куда? А, гранату. Ну, держи. Серьезно, да, на Аксу этот оптический прицел. Больше, чем Аксу. У союзников получить патроны. Это не мои союзники, я просто под прикрытием. Ну, наверное. Ты мне загораживаешь дверь, чувак. Спасибо. Ах ты!
Ладно, ладно, я просто... Удерживайте левый альт, серьезно. Тем более, что это не помогает от патронов уворачиваться. Все? Там же живой чувак. Как? Чего? Кого? Ребят, заканчивайте с колдой, серьезно. Серьезно, я вам говорю, серьезно. Заканчивайте с гребаной колдой. Серьезно. Колда, серьезно. Не, ну серьезно. Да какого? Иракс! А что меня развернуло? А почему здесь есть мишени, которые не надо трогать? Я же этот, джихадист, я должен всех убивать. Какая нафиг разница? Что взломать, алло? Ну! Ну! Да ты издеваешься! Что? Ну давай ногой. Я тебе не русский, витязь, блин. Влево пойдешь там. Сраку порвешь. Туда же в бой, правильно? Я ничего не перепутал. Так куда идти-то? Блин, я сейчас это... Нарвусь же на вторую тренировку. Точно сюда? Точно сюда, блин. Нет, 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 нет. Извините. Так и знал. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв — это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идеи, чья она? Да, компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Значит, Мака теперь команда... Женщина, я не танцую, женщина, не танцую. Простите. Надеюсь. Им придется... Не смог удержаться. Да? А мне рассказать можешь? Пока нет. Еще поговорим, брат. Эй, Стам! Если вдруг со мной что-то случится, отдай моей бывшей. Это все, что ей достанется. Пора двигать! Остальное все уже и так у нее. Одна минута! Одна минута! Стам, ты занимаешься лодками. Мы будем скидывать лодку с самолета? Ну и что ты уставился на двигатели? Ждешь, пока загорятся? Лодку. Лодки с самолета. Серьезно. Лодки с самолета. Буду, это Дим. Говори, Динго. Давай, брат, они входят. Гладиаторы на подходе, идем на жизнь. Отстрел! Уходим, уходим! Динго, гладиатор 1-1, мы отходим, готовим удар по поводке с опасной дистанции. Мак и 1, 5 минут, вы без прикрытия. Понял, гладиатор 1-1.
Динго, воздушная поддержка на подходе. Ясно. Пусть Гризли разбирается со всеми, кто затеет подлянку. Принято, Динго. Мы подбираемся и наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми зданиями. Пошли. Пиратский город. Звучит интересно. Город Джека Воробья или как? Там наверх. Альфа за теми домами. Ну что ж, красиво. В учебке как-то полегче попадал. Ядрить колбасит. Ядрить колбасит. Откуда? Пипец. Просто пипец, расколбас. Батле не снилось такой отдачи. Да, ёперный. Вы умрете или как? Минус один. Спокойнее. А куда все мои напарники делись? Ладно, надо подходить ближе. Это бесполезно. На, держи! Заколебали. Ауч! Патроны! Давай, давай, давай! Вверх по лестнице! Я пулемет снял полчаса назад, о чем вы вообще говорите? Так, какой двери? Хватит с меня дверей! Конечно, блин, я сейчас еще буду выбирать, как и чем. Ну, давайте, допустим. А, нет. А что надо-то, чтобы открыть это? 4 хедшота или что? Ладно. Готов? А кто еще? Где последний-то? Твою налево, просто пипец. Можете навести на этого снайпера. Уже работаем. Хорошая видимость. Уничтожь здание. Преврати его в груду камней. Я могу просто снайпера в груду камней превратить. Лазерный целеуказатель. 7. Опять. Куда уж без лазерного целеуказателя? Конечно, блин, куча этих пыли. Прям в глаз. Сюда. Мако, сюда. Да куда, сюда, сюда, туда. Со всех сторон орут. Еще 5 минут, 1-4, прием. Принято, держим позицию. Мне бы другое оружие найти какое-нибудь. А я вообще не думаю. И мне норм. Мы их сняли. Ко мне, сюда. Чего ждем? Здание нестабильно. Мы роботы запустим. Потом уж сами. Что у нас? Терминатор есть с собой. Какого?
Но в глаз-то мне не тыкай. Вроде работает. Тихо. Странное управление. Очень странное. А можно? Понятно, нельзя. У него такая очередь, что пипец. Это все очередь. Я один раз нажимаю, просто щелк и все. Он сам очередью фигачит. И как дальше идти? Ну, очевидно, не сюда. Наверное, сюда. Никаких, блин, датчиков, куда твои гусеницы сейчас направляются, непонятные вообще. Так, ёперный. Так, отлично. Нету некоторых звуков. Но это может из-за того, что у меня репак. Терминатор из Хия. Бичс. РПГ! Да хорош, ты чё? РПГ! Да хорош! Да запарили. Чё-то как-то я не попадаю никуда. Ну и где этот РПГ? Где ваш РПГ? РПГ! Да запарил! Фу, я думал, я умер. Держись, ну ладно. Давай, Стам, сюда. 1-6, это 1-4. Вижу движение в здании через улицу. Принято. Смотрите, куда идете, цели в зданиях. Какая цель? В каких зданиях? Опять сейчас не пойми, откуда будут выскакивать. Все равно нифига. Ладно. Отлично. Каждый взлом, что ли, будет так происходить? О, томагавк открыт. Не знаю зачем. Спокойненько, спокойненько, давайте без этого. Куда этот-то делся? И куда, где этот враг? Я не вижу, куда они стреляют. А да ёперный театр, спасибо. Просто из ниоткуда, из вакуума РПГ прилетело. Угу. Я все понял. Спасибо. Да давай уже. Они гранатометчики сняли или как? Это не башка противника, что ли? Здравствуйте. Побежали они, понимаешь ли, куда-то. Чисто. Вниз. Поехали. Торопись там. Надо было раньше вниз.
опереться. До того, как я словил гранату в рожу. Давай патроны. Как уничтожать? Да, уберись. Серьезно. Да, серьезно. Да дайте мне зайти-то. Дай зайти. Не вижу ни черта. Скотина. Скотина, а? Иди сюда. Засранец. Ауч. Точно попал. Допрыгался. Джихад ходящий. Вот другое дело. Сейчас постреляем, наверное. Ты чё там кидаешь? Ты чё там кидаешь? Я тебе сейчас подойду. Пошел нафиг. Вот тебе томагавк в рыло. О боже, ну и управление, ну и сенс. Лучше бы я из автомата своего нормального стрелял бы. Пипец, вообще невозможно прицелиться. Да давай попадай! Я не могу точнее прицелиться, просто не могу. Они идут! Лестница! Пошел! Естественно, они идут. Опять кто-то из ЭПГ по нам стреляет. Займите высоту. Так как нефиг делать. Тихо. Ауч, конечно, по мне. Конечно, блин, по мне, лови. Отвлеките его хоть как-то, что ли, или там, я не знаю, огонь на подавление. Лафа. Давно я за этим пулеметом не сидел. А может и не надо сидеть, ладно. Не надо, так не надо. Серьезно, где мой... Твою налево. Где мой АКМ? Алло? Вы серьезно, да? Вы АКМ отбираете? Можно только стандартное оружие с собой носить. Классно вообще. То есть звуки, то нет звуков. Странно. Не, ну файлы присутствуют, как вы видите. Теперь взлом двери происходил со звуком. Ну, когда он ее выбил именно. А Фомка! Все чисто. Главное не переключаться на другое оружие. Неплохо. Неплохо. Ну, никак не может покинуть ощущение того, что я играю в батлу. Ну, наверное, не должно покидать. Движок один и тот же, по сути. Оружие то же самое, практически. Ох ты, они повсюду. Стам, давай поберем. Столами их будем закидывать. Ну, скоро до них дойдет. Действуем быстро и четко. Откуда ты сейчас снайперскую винтовку достанешь, а? Скажи мне, пожалуйста.
А, понял, что, судя по сдвинутым столам, они сейчас будут занимать снайперскую позицию. Это элементарно, Ватсон. Так, ядрить, спасибо. Место. Ага, возле знака. Впереди. Левее. Еще одна цель, тот же сектор. Да как у... Ладно, мне, в принципе, три цели только надо снять, поэтому. Фига ли мне тут париться? Точняк. Ему повезло, даже наводка. Ему повезло, даже наводка. Цель уничтожена, хорошо. Сразу бы они сказали, что пуля теряет высоту. Твою мать, он нас заметил. Стам, не давай ему шанс. Да каким? Мочи его. Нах ты, зараза. Стамп, уничтожь этих доходяг сака. Кого? Всех остальных имеешь в виду? Все чисто. Осторожно, осталось несколько недобитков сака. Влад, понял, цель принята. Спешу изо всех сил. Ой, я чуть свой собственный вертолет не подстрелил. Ну, не собственный, конечно. РПГ, наведи опять на башню. Прямо в центре, наверху. Вот дерьмо, мы под обстрелом. Стамп, сними. Зараза. Пошли, пошли, по нам стреляют. Да серьезно, да? Помоги, Пеле. Сейчас заткнись, главное. Не так-то это и просто. Отлично, Стамп. Пила, путь чист. Гризли 6, это Вуду. Можете улетать. Будьте осторожны, тут прямо гребаное осиное гнездо. А, это наш. Можно мне вырубить наконец-таки оптический прицел? Я из-за этого перекрестия весь кайф теряю. Давай попробуем. Где и когда? Мой поезд приходит в 2:20. В Мадрид. Да, в Мадрид. По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в машине. Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Да умею убивать арабов! Скажи это. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже тысячу раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой, то, что ты делаешь, то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, а потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Причера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид? Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей. Такс. Пиратка, мать ее, просто. Между этим уровнем и предыдущим. Открывается Origin. Игра сворачивается, открывается Origin. Класс вообще просто. Я уже забыл, что здесь вообще в игре происходит. Я полчаса удохался со всем этим. Все равно никак. Как он направляется к кораблю? Давайте подождем и посмотрим, куда он пойдет.
черт! Внутри! Внутри! Ты что же стрелял, а? А как? Я что-то вижу. Рядом со складом. Вижу его. Причер к выходу. Старый грузовик. Узнай, что сможешь. Не потеряй его. Давай быстрее, он уходит. О, почти как Range Rover в Battlefield 4 или как? Или Range Rover в Battlefield 4, почти как Warfighter. Скорее, второе. Ядрить. Ядрить. Слушайте, вообще один в один. В Battlefield 4 ничего не поменялось. Спокойнее. Никто без ноги не останется. Ты почти на месте. Я всегда почти на месте. О, с заносами даже, а? Смотрите. Тихо. Слишком симулятор. Ну вот, научились чуваки делать. Сравните, блин, с этими поездочками на квадроциклах в предыдущем Medal of Honor. Спасибо. Минус чайка. Теперь лобовое менять. Да уйди! Поехал. Господи! Управляемость у этой тачки такая, как будто это какая-нибудь зонда. Р. По переулкам так махать туда-сюда. Не каждый спорткар сможет. Куда? Чего? Как? Ты стебешься? Пошел. Охренеть. Лишение прав. Так, здесь правостороннее, что... Нет, лево... Я не понимаю, почему некоторые... Так, погодите, левостороннее. Я в конец запутался. Туалет? Туалет. Там табличка с надписью «Туалет». Спасибо, я вижу. Какой GPS-навигатор-то, а? С огоньком. ПМС? Не надо ПМС. А, твою налево. Да? Нет. Догоняю. Скотина. Так. Грёбаный столб, а? Уйди! Капитан! Куда ты лезешь? Я одновременно управляю джипом и ору на кота. Ну, надо воспитывать животное. А то оно вообще дикое какое-то. Кот, что ты пришел? Что тебе надо? Иди отсюда. Да твою налево. Капитан, я убью тебя нафиг!
Он меня отвлекает, он пособник террористов. Господи. Что-то вы затянули, господа. А-та-та-ра-та-та-ра. Мы не по кругу ли гоняем? Не по кругу ли мы гоняем? Уйди нафиг. Рикшу не заказывали. Капитан, ты чё? Он мне по спине бегает. По голове. Господи, я ещё в говно какое-то влез. Опять 25. Я уже две чайки задавил. Ты завалишь его на повороте. Да у меня тачка не едет, ну что я сделаю? Это что за... Уйди. У-ху-ху-ху. Охренеть. Иди нафиг, мусор. Судя по музону, сейчас мы его догоним. Ну давай, куда он, блин, вперед ушел? Охренеть. Пошел. Меня заколебало сворачивать эта игра. Ты в Мадриде, в больнице. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Так, ну это уже после взрыва. Они опоздали. Через двое суток, он сказал, прошло 48 часов. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка. Дочь старшей матери выглядит. Вы эти флешбеки уже заколебали. Можно хронологически, пожалуйста. Зато графон. О, графон. Так, это вообще когда? После первой миссии сразу же, что ли, или что? Непонятно. Опять. Ладно. Ну, 150 кадров, нормально. Это при условии записи. Я-то думал, его можно как-то... Понятно. Понятно. Ах ты, зараза! Спасибо. Откуда он там взялся? Откуда он, блин, там взялся?
Ну, АК-103 можно взять. База, ППЛА вылетел. 5 минут до картины. Постой, буду. Мы не одни. Вот твой Притчер. Я его уже снял. Опять услышали. Как мы доберемся до места, операцией будет руководить генерал Бэйн. А нет. Буду, утверждаю, твою мать. А то мы не знаем. Он еще в манере сидят и договорил. Значит, это не проблема. Слагать. Посмотрим, как это будет. Может, больше. Так, опять ползти, ладно. Водолаза достанем. Может, их Тиандра еще позовем. Убийство в задницу, ну естественно. Бесконечное число патронов, простите, что? Что, простите? Нормально. Этого одним выстрелом. Ты что, это вообще как УЗИ или что? Пистолет, пулемет. Не пробьет нифига. Но я сомневаюсь, что в реальности смогли бы из этого убить одним выстрелом двоих, даже в голову. Куда? Не, ну графон графонистый. Что тут скажешь? Ну так и должно быть, господи. Фростбайт же все-таки. Ну давайте фомкой. Да ты ч... Издеваетесь. Я просто не попал без прицела вплотную из пистолета-пулемета, ну... Я не знаю, почему-то мне этот уровень, ну, должен напоминать, естественно, какой-нибудь шторм на парацелах из батлы 4, да? Точнее, наоборот, в батле 4 должен напоминать этот уровень. Но мне почему-то напоминает это Макса Пейна. Третьего, естественно. Ну, естественно, вы можете прохождение Макса Пейна 3 на моем канале посмотреть, а то мало ли что. Будут просить потом в комментариях. Отлично. Сейчас устроим вам сюрприз. 2, 1. Карать можно. Оп, здрасте. А, нет, это дерево. Нормально, цель одна. А поражено все 3. С дробовиком, что ли? Спокойно. Фонариком не слепи. Да-да-да. Да-да-да. Откуда? Вот так вот. АКМ. По-любому с сайгой какой-нибудь здесь. Бегали. Не похоже это ни на какие карабины. Странно. Ядрить! Вот ты с чем, парень, ходишь?
еще. Спокойно. А это что такое было? Да успокойтесь вы со своими дробовиками, блин. Да, 870 Ремингтон. Блин, да я с этой... У меня, оказывается, нормальная пушка есть. Я с этой хожу. Немного высохнем здесь. Снова дверь. Так, и не понял, в чем отличие, блин. Лома не от лома. Или от ботинка. Непонятно. Серьезно, да? Дробовик открыт, ну ладно. Город Изабелла. В букле это как-то все иначе, правда? Я вообще-то не переключался на нормальный автомат. Лесоповал начинается, хорошо. А вот теперь нужен автомат. Куда пошел-то? Умный такой. Спокойно. Куда вы там все деваетесь? Эта скотина. Умеет прятаться, что тут скажешь. Лови ты просто гранату и отстанет меня. Вот так. Что ты там вякаешь? Сзади еще, блин! Сзади, 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 спереди, сзади. Еще и с дробовиком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Да господи, некуда деваться уже просто. Ну, я как-то запасное оружие получше, мне кажется. Чисто. Идем. Добро пожаловать. Ну, идем так идем. Буклета как-то все иначе, правда? Не знаю, не видел буклета, тебе виднее. Чисто. Налево. Будь на чеку, Брич. Здесь легко могут прятаться об Мусаяпов. Там убью. Так, может быть, как-то получится по-тихому. Да, конечно, получилось. Ну еще, вылезай, парень. Не хочет. Не хочет вылезать. И все тут. Просто не хочет вылезать, скотина. Не надо сюда идти. Я не готов. Я не накрашена. Тут, блин, половина с дробашами. Темно как в заднице просто. Успокойся уже. Разбегался, понимаешь, со своим дилдоном. Чё справа? Я ни черта не вижу в такой погоде, в таком освещении. Отлично. Просто вплотную не могу никого разглядеть. Так, не надо вот этого вот. О, да. Ты
Единственный путь. Буду, это Мада. Мы в городе, направляемся к НП. Доложи обстановку. Мы задержались, Мада. Видим еще патрули на внешней территории. Внимание. Здрасте. Как они нас увидели, интересно. Да как мне отсюда? Ложиться, что ли, надо? Ладно. Спокойно. Да дай мне спрятаться. Напарничек, блин. Видел? Или не видел? Или это тень? Понятно. Да и в здании по-любому еще. Нет. Странно. Пулемет, второй этаж. Укрытие принято, давай уберем их по одному. Я слева от тебя. Я в курсе, что ты слева, блин. Хедшоты пошли. Кто там разорался? Кто там? Тихо. Ну и все, и закончилось все. Надо попросить патроны. Дай патроны. Держи. Давай сюда. Со мной. Хороший город, надо здесь будет поселиться. Каждую минуту что-то происходит. А там уже нормально, автобус ходит. А вот так вот делать не надо. Да куда уже от граната спрятаться, непонятно. Уже отбежал на километр. Все равно значок не пропадает. Больше на бомбу похоже, чем на ураган. И что это было? Ладно. Так что, все-таки сверху никого? Да, зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не надо так, не надо так. Тобой или мной? Наверное, мной. Я сам скажу, что я убил врага, спасибо. Опять 25, когда вы успеваете-то? Они даже из-за укрытия не выходят, кидают гранату мне прям под ноги. Вслепую. Понятно. Все? Нет, наверное, еще не все, конечно, нет. Дай патроны. Так, откуда там садят? Право, внизу. Ауч, ауч, да что? Ты что, издеваешься, что ли? Охренеть! Да хватит мне тычки тут насаживать. Алло? Я офигею. Да какого? Откуда? Ты можешь сказать, на сколько часов хотя бы? Нифига себе, спайдермены. Враг, не враг. Не враг, наверное. Через стенку просвечивает. Так, так, так. А вот здесь будет весело, я чувствую, да? Даже не знаешь, куда смотреть.
Какой Абдуль? Ну куда ты там спрятался, парень? Не беси. Да хорош уже крыть. Конец с СВДшками, что ли? Наверное. Только для СВДшек как-то криво. Не стали бы они оттуда из дробовика стрелять, правильно? Ну да, что-то похоже на что-то. РПГ! Наверху! Дай патронов опять. Вот, я с собой не ношу, в отличие от тебя, 10 тысяч. А ну-ка, попробуй раз еще раз так сделать, а? Скотина сделал. Ну, хотя в меня не попал. А то закончилось бы это все ваншотом, я чувствую. Здравствуйте! Ядрит этот прицел просто. Спокойно. Да хорош. Просто облепили со всех сторон. Не знаешь, куда деваться.